В один день на съемках мы поцеловались больше 30 раз. Это капец. Перед тем, как снять первый поцелуй, я очень нервничал. Расслабься, Ромео. Ну вы серьезно, ребята? Серьезно? Вспомни свой первый поцелуй с Кирнан. Мой первый поцелуй с Кирнан... Это было, когда вы изучали химию? Нет. Нет, это... Погоди, когда? Это же было так давно. Эй, Харви, да? Да, а ты кто? Я Ник Скрач. Сабрина прислала мне своего друга прошлой ночью. Какого друга? Прежде чем мы начали снимать первую сцену поцелуя, я очень нервничал. Я написал и разговаривал в тот день с Брэдом, это один из операторов, он очень классный. Он говорит, чувак, сегодня важный день, и такой... Сегодня мы снимаем и то, и это, и сцену, где ты целуешь Кирнан. И я такой, о, правда? А вы, ребята, целовались раньше? Нет. А они такие, ну, значит, мы это исправим. Осторожнее, это может снести голову. Я пытаюсь вспомнить, когда это было. Я уверен, это было чудесно, раз ты не можешь даже вспомнить. Но это точно было на съемочной площадке, точно для съемок сцены. Но это точно не сцена у дома. Хотя, возможно, это сцена у дома, серьезно? Что мы творим, когда целуемся, но это что-то неловкое, мы подходим друг к другу и просто врезаемся. Так что я как-то постучался к ней в трейлер за день до этого, и она такая, «Привет, как дела? Как прошли выходные?» Я такой, просто, «Подожди». Я просто как дундук обнял ее и такой, «Прости, мне срочно надо валить отсюда, сердце бешено стучит, я дрожу». И я просто не хотел, чтобы первый раз выглядел так неловко на экране. И что она сказала? Ну, она все поняла и такая, «Нет, да ты что, все круто, забей, да, ага, спасибо». И как вышло? Да вышло отлично. Правда, местами это было вроде как клюнуть кого-то, я чувствовал себя неудобно. И мне говорят, ну еще разок. И я такой, ну хорошо, я знаю, что сейчас все получится, и мы наконец-то двинемся дальше. Возможно, будет не так уж и плохо. Да, ты же понимаешь, что было просто море чего с того момента? Море поцелуев? Реально, я и Кирнан в первом сезоне в один день на съемках поцеловались больше 30 раз, это капец. И так это работает, раз за разом, вы просто чмокаетесь. Конечно. Вот это работа, да? О, это точно. О, мой бог. С Кирнан шибко, снова и снова и снова. Думаешь, ты справишься с этим? Всем большое спасибо за просмотр, перевод и озвучка, Енот и Влад Ленин.